Вот, подтверждаю, тут всех пускают, с Литвы ехал в Россию. Оттуда всех к нам пускают, а вот нас, конечно же, хрен куда выпустят. Роберт, я поняла уже. Но нет, вот тут даже подтверждают. Thank you for the gift. Спасибо за подарок. Слава зовут или как? Спасибо. Нет, не ужесточают совсем. Ну, как бы к нам ездят вообще все. И в Россию тоже. Ну, в Россию, ну, в России, да, я не знаю, но в Беларусь к нам точно всех пускают. Привет из Мозыря. Привет. Вот из Норвегии и Швеции, типа, не могут приехать. Не знаю, мне кажется, все ездят. Да. Нет, ничего не ужесточают, все ездят. Добро пожаловать. К нам тут всех пустят, мне кажется, наши белорусы. Бля, даже когда был коронавирус, мне кажется, наши просто два-три. Я была в Мозыре, кстати. Привет, Болгария, привет из Сицилии, привет, Рико, привет, Израиль, привет. Вот, тут вот Рудик все знает, отлично, может, Рудик мне еще подскажет, как мне визу получить, чтобы в Европу поехать. Спасибо большое, Марвел. Филипп, thank you for the gift. У меня нет визы. Рико. Палермо. Привет, Абхазии. Тут, мне кажется, со всех стран сейчас мне все начали писать. Спасибо большое за красотку. А, и как же ты сделаешь мне визу? Мне не дают. Из-за политической обстановки в мире. Ну как? Ну тут надо аккуратно разговаривать, я думаю. Мой день на работе. Hello, Дэнни. Ну, вообще визу дают, но очень долго и очень сложно ее получить. Габриэль, thank you for the gift. Двадцать восемь мне лет. Господи, вы что, сумасшедшие сегодня? Опять бицепс показать? Акас домокос. Гифт. Фри гифт. Я покажу. Климент, thank you for the gift. Тикток, Саня, привет, дела хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Good morning, у нас уже не good morning. I'm from Belarus. Да, мне 28 лет, что в этом такого?
Дэнни. You crazy. Здравствуйте, доброе утро. Мне кажется, это какой-то прикол. Что? Почему все? Да. Блядь, пускай самый дорогий подарок, да? Ты можешь на английском это не сказать? Могу только с акцентом. Можешь ничего, блядь, не показать? Голубослав, спасибо большое. Опа. Он мне написал: здравствуйте, у вас голова красивая. И твои волосы, я так поняла. Но тут просто на английские буквы, на русском. Ну, не английский, но ты понял. Дэнни, hello. From Belarus. TikTok, Саня, спасибо, да. Хорошее место, красивое и чистое. Ну, блядь. Спасибо большое, спасибо. Что за контора? Блядь, мне когда... Я сразу вспоминаю... Помнишь вот эту вот... Да, картинку. Там где контора вот эта вот. Шапка с 90-х. Сразу видно там где-то твой ровесник. Ну, просто ты постоянно контора, то я тебя слышу. Уже да. Мужик за спиной, у меня за спиной шкаф. Привет. Спасибо большое. А тебя прикалывают, когда я читаю имена? Ну, просто вообще как бы... Блядь, там подборку здесь... Просто когда обычно я отвечаю, они же не понимают, кому я там именно ответила, потому что там много пишут. И я как бы стараюсь конкретно, ну, как бы хотя бы назвать, кому отвечать. Я же не знаю их имена и вообще кто и что, поэтому я стараюсь прочитать, но не все же подписываются, как в паспорте. Ну да, ну да. К сожалению. Все хорошо, Дмитрий, твои как? Спасибо большое, Маликов Махмад Шариф. Спасибо. Работа, быть красивой, украшать это заведение. А нет, у меня глаза без линзы. Они сами по себе. Сейчас, секунду. Спасибо. I'm from Belarus. Сейчас мой коллега вам расскажет. Потише мне спину лучше. Ты сначала скажи. Что про сказать? Про мои глаза без линзы. Чтобы мне подтвердить, что я не без линз? Да, что не без линз. Ну, они без линз, они просто красивые. Понятно, да? Мои коллеги подтверждают. Привет. Oh, just me, thank you.